Таразе не смогли вовремя завершить капитальный ремонт специализированного дома ребенка ЮМЭТ. Реконструкцию за 414 миллионов тенге начали в апреле этого года и должны были закончить в июле. Но подрядчики не успели и дополнительно попросили еще 3 месяца. Полную же реконструкцию должны были завершить 21 октября, однако и эти сроки сорвали. По словам представителей дома ребенка, у подрядчика не хватило рабочих. В самой же строительной компании отметили, что одной из причин затянувшегося ремонта стал переезд детей из одного корпуса в другой. 21 октября был ремонт, быту керек болган. Ремонт в доме ребенка должны были завершить 21 октября, но работы до сих пор не закончены. Мы подали на подрядчика в суд. В таком состоянии объект принимать не будем. Этот блок мы полностью завершили. Там, где есть дефекты, мы их устраним в течение 2-4 дней. В целом, обещаем закончить ремонт за неделю.